Всем привет! Ой-ой-ой! Рада быть на сегодняшней с вами встрече. Я, как обычно, на каждой встрече говорю, подождем друг друга, пока мы все здесь соберемся, подключимся. Все-таки более приятно говорить, когда видишь, что кто-то подключился. Вот, поэтому подключаемся. Настроить камеру, наверное, вот так. Только скажите, если меня слышно. Я надеюсь, что да. Так. Всем привет. Скажите, меня видно, слышно? Всем привет. Ждем, пока все подключатся. Сегодня мы с вами поговорим про еврейские свидания. Про шидух, про сватовство, про поиск пары. Вот. Всем привет, шалом! Так, говорим сегодня про еврейские знакомства, еврейские свидания, про шидух, про все, что ведет до свадьбы. Сейчас только еще буквально чуть-чуть подождем, пока все подключатся. О, слава богу! А то у меня тут уже все падало. Эй, всем привет! Ну, как дела у всех? Как вы? Рассказывайте, как день? Сегодня же выходной у многих, правильно? Поэтому всем привет. Еще раз повторюсь, сегодня мы будем говорить про еврейские знакомства, про шидух, про свидания и, в частности, о том, как я познакомилась со своим мужем. Это просто спешл, специально для портала Ваикра о том, как я познакомилась со своим мужем. Ну и вообще, что такое шидух и к чему это все ведет. Так вот, начнем с того, что шидух — это... Во-первых, всем привет, кто уже подключился, я очень рада быть на связи. И продолжаем нашу тему шидух. Что же это такое и почему в иудаизме, в еврействе предпочитают жениться после шидухов, да? Итак, мы говорим с вами. Шидух — это такого рода сватовство, процесс, в котором девушка и парень находят друг друга. Меня видно, слышно. Свершиться шидуху помогает шатхан или шатханит. Человек, который, у которого, скажем так, есть в том, чтобы образовывать пары. Так, я немножко ввела вас в тему. Шидух проходит так. Еврейский шатхан, сваха еврейская, да, он, например, знает очень хорошо девушку. И знает очень хорошо парня. И он думает, наверное, они будут хорошей парой. Или к ней обращается парень, который говорит, а можно вот узнать про ту девушку? Или родители девушки, да, вот, в общем, кто-то обращается к шатхану, к свахе, и говорит, что хотел бы познакомиться, не знает как, что сваха, да, шатхан, шатханит, общается вместе с молодыми людьми, пытается понять, что они хотят, какие эти люди в первую очередь, да, и, исходя из этого, уже ищет и подбирает пару. Теперь, после того, как она, грубо говоря, у себя в голове подобрала пару, она предлагает парню, девушку познакомиться. Как это происходит? Как происходит шидух, да? Девушка и парень должны встретиться в общественном месте, да, где есть люди, чтобы это не было уединение. Обычно это или ресторан, или какое-то кафе, или парк какой-то, да, в Израиле очень часто, когда мы идем в ресторан с отелем, в кафе в отеле, мы встречаем, как голубки такие сидят, и сразу видно, что у них шидух. Итак, как же проходит шидух? Встречаются парень и девушка в назначенном месте, в назначенную дату, в назначенное время, и общаются, да, узнают друг друга. Это как своего рода свидание. Нет такого, что, ага, ты хочешь жениться, а какие у тебя требования, какие... Нет, они пытаются понять, приятен ли человек вообще как бы внешне, да, приятно ли с ним общаться, интересно ли с ним общаться. Не всегда, не всегда одной встречи хватает, это я говорю на своем примере. И постепенно я сейчас перейду на личный пример шидуха, о том, как у меня все проходило и так далее. Скажем, начнем с того, что я познакомилась со своей шатханит, будучи на религиозных семинарах для девушек. И в то время, когда мы с ней познакомились, я, ну, как бы была заинтересована. Но когда она мне предложила,
я собиралась учиться в Америке, поэтому мне это было не очень актуально. Но она, ну, так говорит, очень хороший парень, ну, ты пойди посмотри, ну вот, он так долго ищет. И, в общем, был на связи, пряталась от него, значит, вот так. А я его, между прочим, всю жизнь ждала, знаете ли. Так вот, он связался с Шатханит, которая знала меня, и говорит, вот, блин, почему мне пишут, что плохое подключение? О, все. В общем, мой муж связался со Сваха, и он ей говорит, вот, я ищу девушку, значит, все критерии перечислил, а она ему говорит, а как ты хочешь, чтобы я тебе искала жену, если я тебя не знаю? Пока ты не прилетишь ко мне в Москву и не познакомишься со мной, я тебе никого не буду искать. И у моего мужа просто не было выхода не прилететь в Москву, и он полетел в Москву, познакомился там с Шатханит, побыл там 3 дня, в общем... И, значит, она решила нас познакомить с ним. Мы решили, что он прилетит на 3 дня ко мне в Одессу, где я жила. Выбрали место, где мы встретимся. В общем, скажем так, если честно, то, ну, как бы я заполнила все анкеты, все медицинские справки, уже начала, ну, визу, все. Я уже головой была в Америке. И тут, ну, думаю, ладно, схожу на шиду, что мне. Вот, и... Как бы на первую встречу я шла несерьезно, скажем так. Первая встреча у нас, я как сейчас помню, была возле моря. Я выбрала такой ресторанчик с крышей возле моря. И я пришла в этот ресторан. Мы договорились встретиться на крыше. Я прихожу, а начинался дождь. И мне официант говорит, девушка, на крышу нельзя, там дождь будет, идите внутрь. Я внутри минут 10 сидела, ждала и думаю, ах, он такой, он опаздывает, да. И пишу Шатханит, что он опаздывает. А она мне говорит, а ты где, он тебя ждет. А почему мы общались через Шатханит? Потому что обычно сваха, она не дает номера молодых друг другу, чтобы в случае, если не нравится человек, не сказать это лично, то есть сказать через посредника. Ведь намного приятнее, ну, например, там, парню понравилась девушка, да, а он ей не очень. То есть если бы она лично ему говорила, то ей бы, может быть, из-за того, чтобы не ставить их в неловкое положение. Да, я вижу, что прерывается сеть. В общем, для того, чтобы не ставить парня и девушку в неловкое положение, именно через посредника они и общаются. То есть я писала своей свахе, где он, она говорила, в общем, общались. Секунду, что у меня с интернетом? Все вроде нормально. Вот, и, значит, встретились мы, начали общаться, говорить о прошлом, да, о каких-то взглядах на жизнь, какие-то вопросы друг другу задавать. И вот так слово за слово, и прошло 4 часа с первой встречи. Я не знаю, как так много. И нам потом Шатханит такая говорит, что вы так долго, нельзя так много общаться. Я запрещаю завтра, чтобы вы виделись, там максимум 3 часа, по-моему, было. В общем, завтра у вас встреча максимум 3 часа. Я помню, мы встретились днем на 1.5 часа, и он говорит, давай еще вечером встретимся на 1.5 часа. Я говорю, хорошо. Ну, вечером мы тоже немножко продлили. Мы немножко нарушили сроки встречи, но ничего. В общем, у нас было 5 встреч за 3 дня. То есть мы встречались вечером, день-вечер, и он улетел. И Шатханит у меня спрашивает, ну как тебе, давать ему твой номер? Я говорю, давайте я подумаю. Она говорит, давай ты подумай до воскресенья. А это был четверг. В общем, в пятницу мы решили, не дождали до воскресенья, мы решили, что да, мы будем общаться. И так мы общались где-то 3 недели, 4. И я решила, я позвонила в этот в университет в Нью-Йорке, в котором я должна была учиться, и отменила свое участие там, потому что... Муж потом прилетел и сделал мне предложение. Я согласилась и не жалею. Вот, поэтому вот так мы и познакомились. Казалось бы, я вообще не собиралась замуж, да? Я собиралась учиться в Нью-Йорке. Зачем мне вообще муж, да? Но вот так Всевышний нас познакомил, и мой муж долго-долго меня искал. Ну, а я всю жизнь его ждала, между прочим. Вот, ну, в общем, так и проходят шидухи. Если у вас есть какие-то вопросы по шидуху, по нам, пожалуйста, поставьте. Кстати, по поводу еще шидуха, я немножко до конца тогда договорю. После того, как он сделал мне предложение, ну да, он сказал, давай построим еврейский дом. И я так, шо? В общем, мы решили, и после этого в этот вечер мы написали письмо Ребе, это принято в Хабаде.
И буквально через 3 дня мы сделали помолвку, и через 2 месяца была свадьба. Ну и вот мы живем в Израиле, у нас Барух Ашем уже сын, вот, слава Богу, у нас и сын уже есть. Поэтому я желаю каждому, кто ищет себе пару, Безрат Ашем, и в доброе время найти себе того человека, который будет всю жизнь вас радовать и всю жизнь будет рядом поддерживать, Безрат Ашему. Кто уже есть, так только укреплять вашу связь и делать друг друга еще более счастливыми, да, понимать, зачем мы вместе всю жизнь, мы команда, вот. Так, здесь вопрос, как вы почувствовали, что это именно тот, которого вы ждали? После 5 встреч, не знаю, после общения, ты уже, вот когда ты начинаешь фантазировать и представлять свою будущую жизнь с этим человеком, вот тогда, я думаю, это уже значит, ты готова. Ну, у меня так было, я уже начала там представлять, что-то думать. Понятно, что мы не до конца готовы, да, когда, ну, у меня был тяжелый период адаптации здесь, но все равно это все, там, роды, да, это все равно такая мелочь, потому что в целом это счастье, да, найти своего человека и вместе с ним жить. Вот, все, я вас всех виртуально, визуально обнимаю. Так, а чем мой муж меня покорил? Он очень нежный какой-то, очень нежный, и вот он без ругани, давай без ругани, давай. Вот какой-то он такой, и меня это покорило, потому что, не знаю, мудрый. В общем, у меня муж хороший, как и у каждого из нас. Все, всем спасибо большое за эфир, я надеюсь, было полезно, интересно. Вот, все, я вас всех обнимаю виртуально, и всем... счастья побольше, радости, здоровья и прекрасного вечера. Пока-пока!